Савелий, сегодня игра словно разделилась на две части, 5 минут второго периода и все основное игровое время, так ли это? Да, в первом периоде зацепились, парни все бились, во втором скорее появилась какая-то расслабленность, и нам забили 5 шайб, это перевернуло игру. В целом, как оценишь матч? Все парни бились, первый, третий период, в принципе, то, что от нас и требовалось, сделали, только второй период из-за него проиграли. Сегодня сыграли против одного из лидеров золотого дивизиона, СК-1946, и ты забросил шайбу в большинстве. Расскажи, как забивал? Партнеры все сделали. Дедков отдал Ануфриеву, а Ануфриев просто не дал, мне оставалось просто попасть по пустым воротам. Спасибо им. Сейчас мы в лиге идем на первом месте по реализации большинства. Радует этот компонент? Да, сейчас игры все выигрываются за счет большинства. Это один из важных компонентов игры. В предыдущих матчах многие отмечали, что подводит дисциплина, много удалений, особенно ненужных. Сегодня было лишь одно. Насколько помогла дисциплинированная игра? Дисциплинированная игра всегда приносит результат. Когда команда играет в равных составах или большинстве, это лучше, чем играть в меньшинстве. Сегодня лично у себя 8-й матч, 4-я шайба, 5-е набранное очко. Какие цели поставил перед собой на сезон? Хотелось бы продолжать в таком же духе и закрепиться в составе. Забирать больше игрового времени. Спасибо, желаем успехов и побед. Спасибо большое.